Ну что, всем привет. Kia Soul, 9-й год. Будем менять на нем передние амортизаторы. Владелец привез свои аморы и полностью резиночки подпружинные, опорники, подшипничков. Ну, получается, все, кроме пыльника и отбойника. Как говорится, вот два комплекта, у нас слева, право, все есть. Сейчас будем снимать аморы. Ну, покажем, что зачем откручивается. Сверху тут элементарно, как на Солярисе. Одна гаечка держит, и он упадет у вас вниз. Под ним еще одна гаечка будет. А здесь нам надо будет открутить стойку стаба. Сейчас сначала мы вот это почистим ее, чтобы она открутилась. Стойка стаба. Откручиваем АБС. Ну, провод вот он идет. Один, два. И откручиваем от кулака его. Косточки здесь новые стоят. Вот это все смажем, чтобы оно выходило нормально. Так, почистим чуть-чуть тоже резьбу, потому что нам надо открутить. Есть два варианта раскрутить, как вы можете. Просто берете, раскручиваете, ну, гайку откручиваете, амор сюда, пружина сюда разлетелась. И второй способ сейчас стянуть пружину. Так, сразу попускаем гаечку. Чук-чук. Так, так, опорник, резинки. Это нам понадобится. Это целое нам тоже понадобится. Это нам не нужно. Тут нам нужна железочка. Резиночка у нас новая есть. Это у нас будет новая. Это у нас тоже новая. Амур. Хороший амур, даже сам выходит. Ну тут владелец сам его приговорил. Мы тут не при делах. Берем новый амортизатор. Ищем тот, который нам нужен. Вот он, левый, по стойке стаба. Взяли новый амур. Прокачали его 3 раза. Это вполне достаточно. Приятно, когда новые резиночки. Ты не паришься там доставать аккуратненько, чтобы вот эти все усики не сломались. Ну, точнее, не оторвались. Новый бам поставил. Все четенько. На самом деле, резиночки в хорошем состоянии, их можно было не менять, честно скажу. Вот эта тоже штука неубиваемая, это сверху, которая стоит. Ну, владелец, как видите, сами захотел. Нам что, нам сказали поставить, мы поставили. Так, ну что, ставим пыльник-отбойник. Берем теперь пружину нашу. Уперли ее. Стой. Мы даже сильно сжали ее, честно вам скажу. Теперь мы отпускаем пружину. Так, смотрим, чтобы у нас везде все четко попадало.
Ну что, смотрите, все у нас готово. Теперь все собираем в обратном порядке. Естественно, смазываем все болтики, чтобы на будущее это все не закисло, не заржавело. И если у вас есть, как говорится, руки с того места растут, причем есть инструмент, есть чем работать, то это на самом деле очень быстрая работа. Так что все.